Привет всем! С вами канал The Big Lady of the Small House. Я продолжаю. В первую очередь я решила закончить с обработкой луковиц, которые я купила по оценке. Вот одну деточку сразу сниму. Тут будет все это удаляться. То есть это уже были остатки совместной закупки. То, что было в резерве. Потому что резерв обычно заказывают на ящик несколько луковиц. Именно вот на такие вот случаи, когда приходит пораженная луковица, чтобы было чем заменить. Так. Тут я, скорее всего, предварительно, прежде чем я буду обрабатывать смеральдом, я опрыскаю спиртом, потому что тут плесень. Луковицы немножко залежались у курьера, что они уже две недели, как они лежали в боку, но я не успевала их забрать. Вот только сейчас поймала их. Посмотрим, что тут. Я снимаю вялую, заплесневелую чешую, потому что толку от нее уже никакого нету. Хочу сначала горлышко проверить. То есть те подпорченные луковицы, которые не пошли в основную закупку, были проданы по очень хорошей скидке. Спасибо, Оксаночка, за такую красоту. Вот тут цветоносик торчит. Вот носик. Даже несмотря на то, что это оценка, луковицы выглядят вполне неплохо. Мне страшно заглядывать в коробку. Основную коробку, потому что они все еще лежат и ждут своей очереди. Но мы... Вот тут еще один цветоносик вот там вот виден. До Нового года мне надо успеть обработать почти все луковицы. Так. Эти я снимаю чешуйки. Копыта, естественно, я буду сносить. Неизвестно, что у нас тут. Опять-таки, это все результат отказа Европы от химикатов. Тут донцы поеденные. Чуть-чуть. В принципе, хорошие. Несмотря на такое страшное внешнее состояние, луковка хорошая. Сейчас еще один слой сниму. И можно будет ее тоже опрыскать спиртом и обрабатывать смеральдом. Спиртом я обрабатываю, во-первых, чтобы убить все, что на ней сейчас может сидеть. Ну и немножко подсушу. Хорошенькая, хорошая луковка. Даже несмотря на такое ее удручающее внешнее зрелище, луковка хорошая. Сейчас я ее опрыскаю. Так. Все, шикарная луковка. Пускай она немножко подсохнет, пока займусь деткой. У меня разведенный эмеральд слегка, то есть не по пропорции, а где-то один к одному, чтобы он легко проникал в луковицу. Спирт подсох, спирт сохнет быстро, 10 секунд и готово. Обрабатываем. Вечером точно так же смажу ее, но уже не разбавленным Максимом. И
утром высажу их в горшочке. Это у нас была первая луковка. Сейчас займемся второй. Миральт пока уберу, чтобы он не разлился. Может быть, даже после Максима я пройдусь коллоидной серой, опрыскаю. Потому что сера, она одновременно и акарицид, и инсектицид, и фунгицид. Шансов, конечно, мало, что она укоренится, но дадим возможность этой крохотулечке. Обычно вот такие вот укореняются, а вот таких вот очень небольшие шансы, но они всегда есть. Поэтому дадим ей шанс. Это сильно закисшая луковица. Но опять-таки, это моя вина, так как у курьера это все лежало в запакованном виде. Это все, естественно, запрело. Он не мог это открыть. То есть Оксана перед отправкой это все зачистила, но из-за температуры и влажности это все опять начало развиваться. Думаю, что срежу все. Ну, тут как раз вот видно это, как резали у производителя, рубанули. Резчики, которые обрабатывают луковицы перед продажей, работают мачете, где-то криво-косо срезали, и получилась вот такая вот штука. Так. Цветоносик. Чуть-чуть задело, не страшно. Луковица вялая, режется плохо. Практически как резать ватную игрушку. Вот тут еще один цветоносик растет. Срезаю вот до этой чешуи. Нижние здоровые, блестящие, все больные удаляем. Опять-таки, я повторю, я знала, на что я иду, поэтому спокойно покупаю, потому что я знаю, что эта луковица у меня прекрасно восстановится. И на следующий сезон, после нашего яркого, жаркого солнышка, она будет у меня цвести. Солнце, воздух, вода – наши лучшие друзья. Все, что нужно живому существу. Это солнце, воздух и питание. А уж этим мы его обеспечим в огромном количестве. Как раз сейчас проводила ревизию всех своих подкормок на этот следующий год вегетации. У меня все есть. Можно даже ее слегка промочить, подсушить, промокнуть.
И переходим к обработке миральдом. Холодный и серый я просто обсыплю донца, щедро сыпану в горлышко, потому что клещи, они находятся и внутри, там, если они есть. Поэтому профилактику помимо миральда все-таки лучше добавить и коллоидную серу, которую я купила. Теперь буду применять везде. Так как миральд, он действует порядка 3 недель в сочетании с коллоидной серой, которую можно будет просто присыпать саму луковицу, именно заглушив источники клещей именно внутри самой, между чешуйками она проникает, выделяется, при испарении выделяются токсичные пары, токсичные для паразитов. И таким образом время от времени обрабатываю луковицу серой. Она у меня тут в баночке уже стоит. Вот такая вот банка с серой. Просто присыплю донца, присыплю вокруг от разрезов ранок. Сначала обработаю максимум, потом присыплю серой. Удачного всем дня. Пока!